надо, нормально. Так, это подвижка, это приятная, только другая половина тоже поднакрыта. Чужим, 13-м, шаром в середине. Еще тяжелее откуда-то, блядь, сюда его.
хочу довернуться и далее. Если бы здесь немножко, наверное, потяжелее, а так... Так.
того, что блядь, блядь. Посматривается, да? Привет, буржуи! Да, буржуи. Вот так-то интересно стол поставить было. Камера он. Ага. Хоум-видео тут. Вы не хотите принять участие? 3XL. Я надеюсь, вы на столе ничем не занимались. Садись. Видео. Потом на сайте «Голубые шары» новые ролики появляются, блядь. Ты не все знаешь. Я просматриваю периодически. Ты пришел, все, блядь, все. Да все, не волнуйся, стой тут, Олег, не отходи. Нажито не по сильным трудом, не все, волнуйся. Блядь. Зато вот и без моих тут ухожу. You're the walking on the limb. The light.
Да, толстовато. Так, волшебный. Там же сейчас все сделано, там еще острые углы. Середина тоже, что это заужили середину. Этик сказал, да, что там заужено все, до предела. А борт-то угол. Говняк ей называли, слышали? Да.
Я согласен с тобой. Я не думал, что вообще здесь можно сыграть шар. По-другому еще сыграл бы так. Это вот, блядь, очень сильно Виталий Кушан стал. Пускай засунет свой язык себе в жопу, блядь. А это вырезать не буду, да? Я еще оставлю, блядь, потом. Еще и наложу побольше всяких этих. Пи-пи. Это видно, блядь, даже не сказал ничего. Это не отдел сейчас. Блядь. Thank you.
Почти хорошо. Какого шара, блядь? Верно, вот.
просто. Какой этот шар, блядь? Зачем? Я не знаю, мне кажется, можно было. Thank you.
как орешки, я не умею. Нарушителей правил сначала называют преступниками,